В Урмарском районе местного жителя признали виновным в гибели 6 человек, трое из которых – дети, при пожаре в его доме. Трагедия произошла утром 1 января этого года. Хозяин дома в нарушение требований безопасности установил в неотапливаемых сенях холодильник, из-за которого и произошло короткое замыкание. Следствием и судом установлено, что возгорание произошло в результате неисправности холодильника, который осужденный в нарушении правил эксплуатации бытовых приборов установил в неотапливаемых сенях своего дома в помещении с повышенной влажностью. Кроме того, использовал его по истечении срока эксплуатации, а также при наличии посторонних шумов и стуков. Выводы следствия о причастности сельчанина к этому деянию также доказаны заключением, проведенной по делу пожарно-технической экспертизы. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.